Шахматисты играли 9 туров по швейцарской системе. Максимальное количество очков набрал мастер спорта симферополец Урмет Ибатлаев. Его результат 7,5 пунктов. Ибатлаев выиграл 6 партий и еще 3 встречи завершил в ничью. Но этот турнир в этом году впервые собрались чисто действительно ветераны. Раньше он, ну, типа открытого было. И играли и молодые, и все. Очень сильный состав, ровный, я бы сказал. Там вплоть до последнего места все могли потерять очки. Всего на полочка от победителя стал кандидат в мастера спорта ялтинец Владимир Шапка. Серебряный призер говорит, за тур до конца чемпионата на победу претендовали сразу 6 спортсменов, поэтому серебро дорогого стоит. Шапка становился вице-чемпионом турнира ветеранов 3 сезона подряд, и поэтому вместе на пьедестале был уверен. Понять, что если я даже проиграл бы, ничью сделал в последнем туре, то мы делили 2-е место по 6-е. Запомнилась партия с Казанским. Казанский, да, там я пожертвовал качество там, и красиво даже понравилось болельщикам, которые понимают в шахматах. Бронзовая награда досталась еще одному жителю Симферополя Равилю Илясову. Все призеры турнира попали в состав сборной ветеранов, которая с 1 по 10 июля выступит на 4-х летних спортивных играх. Соревнование пройдет в Симферополе. Тарас Березицкий, Андрей Тимчук, служба новостей ИТВ.